Звезда мирового джаза на североказахстанской сцене. Известный саксофонист Рэй Блу впервые выступил в Петропавловске. Насладиться композициями джазовой музыки в его исполнении пришли больше 1000 горожан. На концерте побывала наша съемочная группа. Это был праздник джаза. Со сцены звучали мелодии рояля и саксофона. Впервые Петропавловск аплодировал обладателю престижных музыкальных наград, легенде нью-йоркского джаза Рэю Блю. Привезли свою собственную программу. Это все джазовые стандарты, но вот в такой камерной версии, когда на сцене только рояль и саксофон. Это все очень традиционно, но для нас это все-таки ново, поэтому... Большое количество людей, которые любят джаз, которые слушают джаз, которые приходят на наши джазовые концерты. Сегодня для них праздник и для нас, как для музыкантов, возможность пообщения и какого-то совместного творческого объединения. Рэй Блю начал свою музыкальную карьеру в 70-х годах. Сейчас он один из величайших саксофонистов, а еще композитор, аранжировщик и учитель. На этом концерте сцену разделил с не менее известным пианистом из Санкт-Петербурга Алексеем Черемизовым, благодаря которому и попал с концертом в наш город. Любовь к музыке появилась еще в детстве. Начал пробовать играть на саксофоне и постепенно научился. Уже выступал с разными известными исполнителями. Решил посетить с концертом и ваш город. Здесь очень нравится, публика очень радушная и приняла со всеми почестями. Североказахстанская публика тепло встречала мэтра джазовой музыки. Благодарный зритель не скупился на овации. В восторге от такого вечера даже те, кто впервые пришел послушать джаз. Очень понравилось, я отдохнула душой, я как бы, ну знаете, какой-то заряд энергии, бодрости. Концерт мне очень понравился, это джаз, что когда музыка звучит, это как бы духовно становимся чище. Композиции Рэй Блу я слушаю давно, слушаю, когда нахожусь на досуге, очень приятная музыка, очень рад тому факту, что он приехал к нам в город. На этом путешествие известного саксофониста по Казахстану не заканчивается. Дальше он выступит в столице Астане. Илья Кудряков, Даниил Тарасов, новости МТРК.